Ультразвук, прицел, электромагнитный импульс, молоток. Ханты-Мансийские урологи дробят камни в почках без единого разреза и практически без боли. Это стало возможным благодаря новому оборудованию – дистанционному ударно-волновому аппарату. В окружной больнице установили самую последнюю модель аппарата немецкого производства. Их в стране всего 5, Ханты-Мансийск опередил даже Москву. В следующем сюжете расскажем о преимуществах нового вида лечения мочекаменной болезни. Сделайте вдох. Выдох. В этой операционной нет скальпелей, а значит, обойдется без крови. Нет здесь и анестезиологов, так что и боли не будет. С помощью нового оборудования ханты-мансийские урологи научились дробить камни без единого разреза. Пациенты технологию оценили. Чувствую себя хорошо. Операция была безболезненная. Как сказать, как отбойный молоточек маленький долбил, но боли практически не ощущалось. Молоточек – это импульс, который создает дистанционный ударно-волновой аппарат для дробления камней в почках. В качестве прицела используют УЗИ и рентген. Мы находим конкремент, который находится либо в почке, либо в мочеточнике. Мы находим его с помощью рентгена и ультразвука, это двойное наведение, чтобы одно другое подтверждать, чтобы четко была наведена волна. Специальный генератор генерирует волну, электромагнитный импульс, который достигает этого камня, фокусируется именно внутри этого камня и потихонечку его разрывает. Как показала практика предыдущих дней, камни у вас в регионе мягкие, и время, которое требуется для дробления, оно сильно меньше. Пациенты покидают операционный стол сами. Никаких ограничений в передвижении у них нет. Долгого восстановления не потребуется. Единственное, придется дождаться, пока остатки раздробленных камней, мелкая фракция, выйдут естественным путем. Обучал югорских урологов пользоваться новым оборудованием приглашенный специалист, врач из Беларуси Валерий Лилюк. Малоинвазивный, малоболезненный, достаточно эффективный. В комплексе с другими методами, которые в вашем отделении есть, и мои коллеги получили возможность оказывать помощь пациентам в большем объеме, с меньшими затратами, с меньшими болями. Ну, то, что требуется нормальному человеку и пациенту. Врачи-урологи Ханты-Мансийска планируют принимать на новом оборудовании до 5 пациентов в день. Однако эта процедура не сможет заменить все остальные методы лечения мочекаменной болезни, так как ударно-волновой аппарат может использоваться для дробления конкрементов небольшого размера. Во всех других случаях потребуется комбинированное лечение. Анна Шуркевич, Василий Сысуев, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.